В День Победы от храма Рождества Христова отправился автомобильный крестный ход. Организованная колонна с флагами России, стягами Спаса Нерукотворного, под звучание пасхальных песнопений и песен Победы проследовал по улицам столицы Кубани. Впереди звонится и автомобили военных лет. Звуковая аппаратура, размещенная на одну из машин, позволяла настолько усилить звук, что его можно было услышать за два квартала. Крестный ход проследовал от Рождественского храма до собора Святого Александра Невского, где у памятника воинам-освободителям города Краснодара молитвенно, пасхальным чином помянули воинов и всех, отдавших жизнь, защищая нашу родину от фашизма. Наша задача – молиться воинам, которые сегодня защищают рубежи нашего Отечества на передовой. Наша с вами задача – помогать им, находясь в тылу, приближать в общую для всех победу. Наша задача с вами – хранить веру православную, против которой сегодня восстает уже весь мир. Сохраним веру, сохраним Россию. Будем веровать, будем жить. Христос воскресе! Воистину воскресе! Затем возложили цветы. Христос воскресе! Смертью смерть поправ, Иисусчего гробе живот даровав. И, конечно, в День Победы вспомнили песни военных лет. Далее автомобильный крестный ход направился по центральной улице к площади памяти героев. Звучали песни Победы. Много людей радостно приветствовали участников автомобильного марша. Окончание Великой Отечественной войны совпало с Пасхой Христовой в том победном 1945 году. Тогда пасхальная радость о воскресении Христовом сливалась с радостным благодарением Богу, даровавшему победу. И в этом году День Победы празднуется на светлой пасхальной седмице. Как и в те дни, так и сейчас люди поют «Христос воскресе!» Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Несмотря на отмену шествия «Бессмертный полк», горожане шли с портретами родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Надеемся, что и 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в следующем году «Бессмертный полк» пройдет по улицам российских городов, и жители нашей страны пронесут фотографии своих родных, участников Великой Отечественной войны. Завершился автомобильный марш у мемориала воинам, куда каждый год приходят благодарные жители и гости города, чтобы почтить память тех, кто не щадил своей жизни в борьбе за нашу Родину. Никто не забыт, ничто не забыто. Христос победил смерть и всем даровал вечную жизнь. Вот предмет нашей сегодняшней победы. Победа из побед, вера наша, победившая мир. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дай Бог нам всем, дорогие братья и сестры, в этот день победы не забывать о победе добра над злом, о победе истины над ложью, о победе света над тьмой. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос и нам, и всем погибшим воинам, за веру и Отечество, жизнь даровал! Христос воскресе! Воистину воскресе! Праздником нашей с вами общей победы! Христос воскресе! Воистину воскресе!